В последние дни появилась в средствах массовой информации, я считаю, некорректная информация по изменению условий труда, в том числе изменения условий выплат заработной платы категории работников Федеральной противопожарной службы. Я хотел бы акцентировать внимание, что Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю функционирует в штатном режиме. Мы, соответственно, действуем на основании действующих регламентов, требований нормативно-правовых актов, действующего законодательства, приказов МЧС России. Хотел бы обратить внимание на уровень заработной платы наших работников Федеральной противопожарной службы. С учетом пристального внимания к данному вопросу со стороны и Главного управления, огромная проведена работа центральным аппаратом, правительством Российской Федерации и непосредственно указаниями президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, за 2020 года на территории Забайкальского края уровень заработной платы работникам Федеральной противопожарной службы практически увеличен в два раза. Сейчас категория пожарных работников получает от 42 тысяч рублей и выше. Я акцентирую внимание на том, что данный уровень заработной платы один из самых высших на территории всей Российской Федерации. Со стороны Главного управления и Центрального аппарата проводится очень большая работа в рамках поддержания уровня заработной платы всем сотрудникам, работникам Федеральной противопожарной службы, чтобы люди получали достойную заработную плату. Производится работа по совершенствованию материальной базы, обновлению техники, совершенствованию качества и созданию благоприятных условий труда для наших сотрудников, работников. В части, касающейся взаимодействия с нашими коллегами, которые освещают средства массовой информации, к журналистам, уважаемые, хотел бы обратить внимание, в рамках получения той или иной информации по вопросам деятельности Главного управления МЧС России, мы всегда готовы вас услышать, дать любые разъяснения, пояснения, прокомментировать ту или иную информацию, чтобы тем самым не было неправильной трактовки и выхода некорректной информации, что, естественно, может повлечь за собой какой-то общественный резонанс.